уникальное предложение только сегодняшнего дня. Это любимый биокедр. И только один день в рамках нашей ликвидации вы получаете супер выгоду. Сразу три упаковки. Одна упаковка вам идет в подарок за 3999 рублей. Ну и, конечно, по традиции, любимый эксперт нашего прямого эфира, генеральный директор компании «Биокедр» Анатолий Арнольдович Шишленин, который пришел сегодня снова рассказать нам о том, как быть здоровым, да, и с помощью нашей любимой дальней восточной шишки поправить свое здоровье. Расскажите, пожалуйста, вообще, я знаю, что разработки велись 15 лет. 12 лет велись разработки только в том направлении, чтобы научиться очищать шишку от смолы, которая она вся покрыта. Ну, вот если видно, то хорошо. Но она не только снаружи, она изнутри покрыта смолой. Поэтому ученым понадобилось 12 лет, без всяких преград. 12 лет только для того, чтобы научиться очищать. А почему же было очищать шишку от смолы? Мы провели огромное количество опытов, экспериментов на животных и увидели, как негативно работает смола. Смола на организм того же, тех же животных. Ну, ничем не отличается от человека. Поэтому понятно, вот видите, все в смоле. Поэтому, когда стали проверять, смола не растворяется в организме, она растворяется при температуре 55-60 градусов. У нас с вами понятно 36, сколько. 36, да. Да, поэтому она, смола не растворяется, начинает забивать кровеносные сосудики, и пока она опустится вниз туда, в желудочек, что якобы она там расщелочится, она успевает поиспортить наш организм очень капитально. Так, у нас смолы нет, значит, и поэтому очищаем. Мы очищаем шишку от смолы капитальнейшим образом. И можем принимать ее внутрь. Вот здесь вот я, как уже говорил, 55-60 микро-макроэлементов. Порядка 20 витаминов, почти вся группа В, А, В, С, Д, Е, П, П и так далее, и так далее. Дигидрокверцетин, танин, это те, на которые сегодня весь мир делает упор на борьбу с ковидом. Но одно отдельно один от другого препарат, витамин или микро-макроэлемент не работает. Поэтому вот здесь все огромное количество, которое мы сюда... Природа, не мы. Мы не предлагали усилий. Природа собрала вот сюда вот так мощнейшим образом воздействует на укрепление иммунной системы. Потрясающе. Она такая огромная, да? Я привыкла видеть такой более маленький вариант. А это вот она более маленькая, это вот сибирская шишечка, вот она. Она такая нежненькая, маленькая такая, ну, ласконькая. В ней тоже есть полезное что-то, если раз люди пьют, получают удовольствие, но в ней 15-20% того, что содержится вот здесь. Огромная. И вот это еще не самая большая шишка. Это я, чтобы не тянул по-стариковски, не таскать груз лишний. Поэтому, а мне 78,5 лет, поэтому я так шучу, конечно. Это не самая большая дальневосточная кедровая шишка. Но вот это вот, ну, понятно. Вот что здесь и что вот здесь. То есть, получается, такого кедра, да, такой шишки нет больше нигде в мире? В мире ее нет нигде. Мы из 42 месторождений 39 исследовали, где в мире произрастает кедр. Начиная от Израиля, Ливан и так далее, Америка, Китай, Япония, Корею, Дальний Восток, Россия, Сибирь. Все исследовали. И только в одном месте, в Приморском крае, мы нашли вот такую шишечку, в одном месте Приморского края, в Торсерском, огромный крест. Вот он, наш край красавицкий. Вообще Россия, я люблю безумно Россию. Куда ни приедешь, куча всяких мест, не можешь глаз не оторвешь. Вот наш Приморский край. Красота. И только вот здесь, это почему я говорю про Приморский край. Оказывается, ученые доказали, что Приморский край никогда не был покрыт льдами. И земля, то, что она там накопила за миллиарды лет, вот сюда отдала, вот сюда. Живое. Да. А там, где были ледниковые периоды, ну, к сожалению, вот гумусный полезный слой не очень высокий, поэтому что кедр высокий, все объемные, ну, шишечки такие. Они как семечки. А вот это вот уникальнейшее место в мире, аналогов больше нет. Друзья, напоминаю, что сегодня впервые в рамках ликвидации биокедр еще и главный товар дня. Сегодня, заказывая две упаковки, третью вы получаете абсолютно бесплатно. 3999 рублей. Самая выгодная покупка и самая нужная именно сейчас, когда мы заботимся о своем здоровье, когда мы мечтаем о здоровье, когда мы хотим, чтобы вся наша семья была здорова. Три упаковки за 3999 рублей. Это запас на 8 месяцев. То есть сегодня у нас до августа месяца, представляете, вам, а то и до сентября, да, сейчас пока получите, хватит этого запаса, чтобы быть здоровым. А результат и улучшение вы почувствуете уже очень скоро. Кому вы рекомендуете, Анатолий Арнольдович? У нас ограничений по приему нет.
Вот мы уже многократно, ну, много раз выступаем, да, у нас вот люди будут звонить, мы еще послушаем, что люди скажут. Но я больше чем уверен, что негативных отзывов не будет, это, ну, уверен. Более того, 93% наших телезрителей делают повторную покупку. Я только хотел сказать, представляете, что такое 93%? Нету ни аналога. Это говорит о том, что люди уже пьющие годами, год, два, три, пьют наш настой или принимают его в таблетках, негатива нет, они, увидев положительные результаты, люди продолжают у нас его брать. Два года мы с вами в эфире, да, и будем так говорить, ну, в хорошем смысле это слово, ажиотаж не падает. Люди берут, люди принимают, люди хотят быть здоровыми. Если вы не будете себя за собой следить сейчас, потом не надо уже ничего. Там потом он побеспокоится за нас. Ну, Анатолий Арнольдович, вы знаете, даже вот посмотрев на вас, а вы как главный амбассадор биокедра, конечно, ну, нельзя не восхищаться, потому что в своем возрасте вы не просто хорошо выглядите, хорошо себя чувствуете, вы при этом еще и спортсмен. Ну, спортсмен так, раньше был спортсмен, да, я кандидат в мастера спорта. Не все вообще вот так пробежать могут. Да, а это вот, я хочу сказать, это ежедневная, системная вот такая у нас вот, день начинается вот с пробежки. Ой, как хорошо. Где пробежки, ну, это я в Геленджике бегу. Где пробежка, где быстрым темпе шагом, в общем, свои 10 километров я им набегаю. А сколько вам лет вот здесь вот? Ну, здесь мне вот в этом году было 78 лет. Да, это вот я после, во время дня рождения, кажется, 1 июля вот там изгаляюсь. Это уже чуть попозже. Ну, на сегодня 78,5 лет. На здоровье не жалуемся. Дай бог всем здоровья. Занимайтесь, надо заниматься спортом. Все в комплексе. Спорт, питание. И, естественно, я 11 лет принимаю уже наш напиток биокедр. Я знаю, что вы с 2011 года не выпили ни одной таблетки вообще. Да, ну, как говорят, было бы счастье, да несчастье помогло. В 2011 году, это уже свежий пока. В 2011 году я поймал, обнаружили у меня онкологию, спасибо моей любимой жене. Забеспокоилась, увидела что-то не то. И меня прооперили в Израиле. Прооперили, а у меня вот такие пальцы были. Сердце выскакивало, давление 180 на 110, 120. 10 лет в шахте, 10 лет в морях, 3 года к любчикам, по 2. По первому списку нас отправили на пенсию, меня отправили. И вот, ну, пенсионный фонд, понятно, 3-5 лет я освобождался от таких. Ой, вот смотрите, сколько, да, заслуг мы видим с вами на экране. Напоминаю, что в рамках ликвидации биокедр впервые представлен для вас главный товар дня. Самая выгодная покупка, самая нужная именно сейчас, когда иммунитет страдает. Когда мы каждый день слышим в новостях о новых штаммах коронавируса. Мы с вами хотим поддержать свой иммунитет, а это оздоровление всего организма абсолютно. Звоните и заказывайте. Все звонки бесплатные. Сегодня при заказе на сумму 4990 в подарок вы получаете согревающий гель от компании Биокедр. Вы получаете вот еще и бесплатную доставку. И, конечно, 5% скидка при оплате заказа сразу.